Друзья, всем привет! Сегодня несколько слов расскажу, как правильно делать уклон и на что нужно обращать внимание. Основное внимание, на что следует сакцентировать свой взгляд, это правая нога во время уклона под левый прямой соперника, если мы боксируем с правшой. Смотрите, после того, как мы делаем движение справа, любое, начну отсюда, например, двойку, мы делаем под шаг правой ногой. То же самое необходимо делать во время уклона. То есть, когда мы делаем уклон вот в эту сторону, по-хорошему, например, если мы делаем его после двойки, кинули двойку и делаем движение сюда вправо. Вот после этих двух подшагов, раз, два, мне достаточно сложно сделать уклон на месте. По-хорошему, я должен сделать какое-то движение правой ногой. Для чего я его делаю? Для того, чтобы поймать баланс. Смотрите, если делаю сбоку, двойку кинул и чуть-чуть делаю такое зашагивающее движение. Сейчас покажу фронтально. Получается, двойку кинул. И для того, чтобы не потерять баланс, потому что здесь у меня ноги стоят достаточно узко, я делаю небольшое вышагивание направо. Соответственно, тем самым я продолжаю держать баланс между ногами. Раз, два, сделал небольшой подшаг. Плюс вот это вышагивание мне дает возможность догнать соперника. Когда я кинул двойку, соответственно, вот это вышагивание позволяет мне моментально быстро догнать соперника. Если я не подшагиваю правой ногой, раз, два, делаю на месте. Ну, во-первых, есть вероятность потерять баланс. Во-вторых, я просто физически не успеваю догнать соперника. Раз, два, подсел, и мне, собственно, не с чего отсюда двигаться. Если правая ножка у меня зашла под корпус, соответственно, с правой ноги я без проблем догоняю соперника. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, при всех общих базисных классических моментах обязательно делаем подшаг правой ногой. Это может быть подшаг где-то фактически под центром тяжести, может быть небольшое смещение в сторону. Неплохо даже сделать вот такое движение за счет некого разворота. Двойку кинули, большое вышагивание справа и отсюда немножко поменяли угол атаки. Это тоже возможно. Соответственно, еще раз повторюсь, что правая нога – это мой инструмент для того, чтобы держать баланс. Двойку кинул, правую ногу подставил, соответственно, поймал баланс, и здесь я любое движение могу сделать. Могу просто уклониться, встать с ударом, могу уклониться, сделать движение в сторону, оттянуться, нырнуть, либо продолжить атаку после двойки на движение вперед. Всем удачи!